Почти 70 тысяч жителей Калмыкии проактивно получили услуги соцфонда в этом году. Так, в беззаявительном формате отделение оформило 1830 СНИЛСов, 814 сертификатов на материнский капитал и 1490 ежемесячных денежных выплат инвалидам. Напомню, также работающим гражданам оплачиваются больничные, отпуск по беременности и родам, единовременные пособия при рождении ребенка, назначается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам, индексируется страховая пенсия по старости, после увольнения и прочее. Соцфонд самостоятельно оформляет человеку все необходимые выплаты. Документы и информация об автоматически назначенных пособиях и пенсиях приходит получателям в личный кабинет на портале госуслуг. Приходить за документами в социальный фонд не нужно.